уральская усадьба представляет. Началась сборка теплицы царская VIP длиной 10 метров. Пацаны устанавливают каркас. Уже установлена перегородка. Дальний торец. И готовится ближний торец. Теплица будет стоять на бетоне. Более подробно в конце. Продолжается монтаж теплицы царская VIP длиной 10 метров. Установлен каркас, практически полностью накрыт поликарбонатом. Установлены фрамуги боковые. Сейчас идет монтаж, доделка боковых фрамуг и монтаж форточных блоков. Итак, закончился монтаж теплицы царская VIP шириной 3 метра, длиной 10 метров. Значит, на теплице у нас расположены, установлены две двери купе по обоим торцам, глухая перегородка, три боковые форточки и три форточных блока. Также торцевой уплотнитель и профиль торцевой 33 метра. Стоимость данной теплицы получилась почти 80 тысяч. 79 770. Первый в этом сезоне монтаж такой теплицы. Обойдем все, посмотрим. Теплица большая, высокая, длинная. Старые двери купе. Так, форточки. Все закреплены. Шпингалеты, перегородка, форточный блок. То есть, в принципе, такую теплицу реально смонтировать за день. Напомню, что сегодня у нас 26 апреля.